машины делать. Я реагирую на знак, я выезжаю. И вот он. А он здесь в этой полосе? Вот. Все, вот он здесь. Вот. Вот он был посередине. Он был просит. И прям на меня. Прям сюда на меня, как убийца. Я вот только из-за знака выезжаю, и вот он. Там с той стороны, я не знаю, был для него там вообще. Ожидал он то, что тут встречка уже будет или нет. Ехали из Харькова в сторону Киева, вот после где-то 83-й километр трассы на Киев, не доезжая до Киева, начинался ремонт дороги. На участке ремонта дороги смотрим что-то. Машина стоит на аварийке, ну так сбросил скорость, притормозил, смотрю, как бы мотоцикл, машина стоит. И мотоцикл лежит, и рядом люди бегают, как бы остановились, аптечку быстро нашли. Повезло, что водитель девятки, ну, россиянин, оказал первую помощь, он наложил первый жгут, как бы, ниже колена. И, в принципе, сразу приняли, повезло, что был второй жгут, наложили второй жгут, ну и, как бы, ногу пытались хотя бы немножко спасти. То есть кровотечение бы остановили до приезда скорой, да, еще? Кровотечение остановили как бы до приезда скорой. Ну и 10-15 минут приехала скорая. Довольно-таки быстро погрузили на носилки и забрали в Березанскую городскую больницу.